почти шлем, как его надеть-то? Не надевается. Бля, он сюда дакает, да? Да-да, говорит. Да-да, блядь. Да-да. Да-да. Да-да? Да-да, да. Так, хуета, хуета, хуета. Да? Да? Да-да. Да-да. Так, чё, будем сидеть, знаешь, на атмосфере такие, в темноте, ебать. Страшно просто обосраться. Страшно и мне, и вам. Страшно будет всем. Я в темноте, если чё. Если кто придёт, спросит меня, где я, скажите, вы меня не видели. Оружие убрал. Ебал, завалил. Так, ты что ли у меня, Виктор? Авторские права с жирикой птиц могут накинуть. Не знаю, мне не накидывали, но могут вполне. Мне на шум ветра один раз кидали авторские права. Понятно, блядь? На шум ветра, сука. На шум ветра. Что хотите, то и делайте, сука. Шум ветра. Авторские права. Шум ветра принадлежит кому-то. Не дай бог вам, блядь, его в жизни где-то услышать, нахуй. Вы должны за это платить. Вы бесплатно, блядь, вы нарушаете закон. Вы бесплатно слушаете шум ветра. Вы все просто пиздец, как вы пираты. Вы все пираты. Понятно вам? Вы бесплатно где-то там скачиваете в своей реальной жизни и слушаете его там. Нельзя нихуя так делать, понятно? За... Ты что, блядь, делаешь? Как совсем? Да не лезет туда, надо ближе подходить. Свистит прям над головой. Так, ну-ка, секунду. Ага. Я так хотел. Это отвлекающая граната. Чтобы они поняли, что у меня есть граната, и обосрались. Это отвлекающая граната была. Отвлекающая. Все так и было. Все так и было задумано. Опа. Понял? Граната его отвлекла. Он думал, я взорвался. Думал, у меня в жопу взорвался от того, что я не попадаю. Он такой, о, да у него пердак подлетел. Пойду спокойно поброжу. И я его убил. Ща, подожди, дружище. Ща, подожди, друган. Ща, подожди, дружище. Подожди, друган. Ты же сказал, что, блядь, покажешь мне ее, нет? Ты куда? Вали, козлов! Ему пиздец. Блядь! Что, сука, как это так? Без патронов. Засада! Отойди, может быть, оттуда, нет? Раз засада, то отойди. Где засада-то? F5. Ага. 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 Пошли, профессор. Засада закончилась. Нет, не закончилась. Не выходи, профессор. Не выходи. Ты что делаешь-то? Тупо патроны тратить? Да ебать ему чести одному, слышь? Вау! Да блять, ебаные кусты. Заебёте. Пошли! Главное, что сюда не зашли. Так, вот сюда, давай сложу автомат. Мне не нужен пока что. А, патроны для калаша. Это какие? А у меня их и нет. Так, и пистик, наверное, я тоже уберу. Вот этот вот. Чисто оставлю дигл, под него 42 патрона. Да? Да. Так, а это я тоже сюда положу. Нахуй не нужно. Да заткнись там, пожалуйста. Ну и можно, в принципе, сейчас гренками покидаться неплохо. Да и продать артефакт. А, подожди. Нужно продать. Да-да. Так, это тебе. И это тебе. Так, а это подствольник. Это в калаш, да-да? Кстати говоря. Да заткнись, пожалуйста. Да-да-да-да, блядь. 50 евро. Ну, это не 99.
Я-то думал, ты серьезный человек, с серьезными намерениями. А ты вот тут 50 евро. 50 евро, серьезно. Ну, мажоры в чате, конечно, да, но все-таки. А, говорит, есть 300 евро, могу, говорит, отдать. И при этом дает 50, представляешь, дает 50. Это знаешь, как вот когда человек говорит, типа, вот у меня есть миллион, но тебе я дам только червонец, потому что больше не дам. Больше даже не дам. Вот. Вот, собственно. Но ты смотри, особо сильно не рассчитывай, потому что, как бы, тут говорят ограничения. Просто этот... Мор. Ты же играла в него. А где этот спецназовец, который мне этот... Вроде шутил, а вроде забайтил. Я никого ни в коем случае ни разу никогда в жизни. Вы чё, о чём вы? Я совсем не раз вообще... Ой, в смысле, не раз. Совсем ни разу, никогда в жизни. Вот, другие дела. Вот, вот другое дело, вот. Теперь побольше спонсоров в чат, побольше спонсоров. Ой, каких спонсоров, блядь, все, пиздец, поехал головой. Ох уж эти евро, сводят человека с ума. Евро сводят человека с ума, представляете? Я услышал слово евро и сошел с ума. Продался, как там говорится этот, повелся на бабки. И прочие комментарии, которые вы можете прочитать после этого стрима. Собственно, в комментариях. Обсирать будут знатно. Скажут, о, блядь, зажрался, мудак. Человека деньги отобрал. Ой. Ну, а я за что? Я ни за что. Я не специально. Мы просто проверяли. Как бы, есть слова, а есть действия. И теперь мы узнали. Теперь мы все узнали. Подожди, если ты разработчик мобильных игр, то все, мы с тобой будем делать игру, и я стану сразу Forbes, правильно? Мы же, короче, заработаем на этом, на мобильных приложениях. Я вам открою тайну, но сейчас мобильные приложения приносят, знаешь, сколько денег? Триллиарды тонн, нахуй. Триллиарды тонн. Поэтому скоро игр не будет, скоро все будут одни мобилки. Вот эти, знаешь, кликеры, где, блядь, человек заходит с утра и весь день там сидит. Закидывает свои 30 рублей, и таких людей миллиарды. Поэтому, как бы, все разработчики мобильных игр, у них денег хоть жопой жуй, у них деньги не кончаются вообще. Поэтому все. У меня аж отпустило маленько, понимаете? Мне неловко, когда скидывают какие-то большие суммы, я не знаю, что это за человек. Теперь человек приходит, говорит, я разработчик мобильных игр. И мне стыдно теперь за этого человека, за то, что он скидывает мне каких-то 300 евро. Разработчик мобильных игр? Каких-то 300... Серьезно? Это знаешь, это все равно, что взять, я не знаю, кто там, блядь, Абрамовича, знаешь, взять вот его и сказать, этот, как тебя, Абрамович, дай, сколько не жалко, он тебе дает 10 рублей. И вот это примерно тот же самый уровень. Разработчик мобильных игр и 300 евро. Мне кажется, он пока мне скинул, он пока в карту набирал, пока номер там свой забивал, вот этот карточный, в донат, он больше заработал в это время. Ох, ладно. Ладно, зато мне стало поспокойнее, хорошо. Зато мне стало поспокойнее. Ну мало ли, где человек это взял. Мало ли ему потом на что-то не хватит. Не, ну все, если ты хочешь со мной игру разрабатывать и зарабатывать миллиарды долларов на ней, то я согласен. Я согласен прямо сейчас. Давайте придумаем жанр. Нам нужна игра, наверное, что-то вроде фермы, где кончаются ходы, где нужно, короче, постоянно ждать времени прихода, где можно все и самому, но лучше, конечно, нам заплатить. Поэтому будет гораздо быстрее. Вроде, ну, нам нужно всего 300 рублей. Ну, что, вам жалко 300 рублей? Ну, конечно, нет, мое время стоит дороже. И пиздец, и понеслись миллионы. Миллионы понеслись. Все, я готов. Все, я готов. Основать Амазон. У меня в моем калаше не было оружия. Ой, блядь, не было патронов. Я охуею, до свидания. Как мы с тобой жить будем? У меня даже гранат, блядь, нет. Я уже иду. Попью, вот и иду. Слава Богу, бегите спокойно. Можно принять, спасибо.
Дурак, ты совсем уйди на... Как ждал прям, сука, меня. Да-да? От души пожрал, хорошо. Так, значит... Да-да? Да зад... Спасибо. Так, торговать. Секунду, не понял сейчас, что это за комбинезон, он хороший? Да-да? Да заткнись ты нахуй. Да-да? Да заебал. Он прям имбовый? Да-да-да-да-да, в смысле, угораете надо мной? Да-да, в смысле, он, блядь, имбовый. Объясните мне нормально. Да-да? Этот комбинезон и так нихуя себе, да-да? Сколько дает? Да заткнись, блядь. Защита дает 90... Да-да? Да-да. Как он, блядь, на башню залез? Охуел, что ли? Ну-ка, подожди, дружище, у меня для тебя кое-что есть. Подожди, дружище, подожди. Хе-хе-хе. Ёбаный в рот! Есть тушенка? Ну, в принципе, можно, по-моему, бежать. На своей территории все спокойно. Здоров, пацаны. Опусти оружие. Нет, не буду. Опусти. Ладно, опущу, ладно, не кричи на меня. До встречи. Вот и все. Доказано не раз, что кто-то красавчик, а кто-то нет. Все, пока. Что, ружье нашел? Ого, брат, братишка, братулька, у меня просто нет слов. Спасибо, спасибо. Эх, ну помог. Тогда, да, вот возьми скромное вознаграждение. Это все, что у меня есть. Прости, что не так велико, как твоя помощь. Я не забуду, черт меня, дери, как ты мне помог. Надеюсь, смогу со временем так же помочь тебе, как ты мне. Спасибо. Слушай, что я расскажу тебе. Рядом с тем местом, где ты мое ружье нашел, еще одна штука, странный заколоченный дом. Что там никому не известно, через окно видно, что там много аномалий. Может, артефакты есть, но как туда добраться, я не знаю. Хорошо. Нужно переодеть, спокойно. Бля, пацаны, подождите, пацаны. Иду. Эта пушка не очень. Так, слышишь ты, Юра Вахромеев, отстань от меня. Не тебе решать, какая пушка очень, а какая нет, понятно? Во пристал пришел, эта пушка не очень. Это охуительная пушка, понял? Да пушка лучше всех. Опусти оружие. Я отстань, бля. Пришел тут, посмотрите, Юра, смотрите. Пушка, говорит, не очень. Хорошая пушка. Смотри, как стреляет. На нахуй, понял? Как стреляет. Понял? Все. Всем до встречи, До встречи всем на следующих стримах. Всем, как говорится, до встречи. Всем пока, я пошел. Да, все, всем пока. Вот и конец представления, вот да, конец представления. В конце моей истории должен рок-н-ролл играть. Эта зима принесла демонов, мне душу растерзать. Боль так сильна, что я, боль так сильна, боль. Моя история началась с восхода солнца в небе.